дни. Я тут осел где-то в районе Путилково. Мне бы тут приютить кого. Вот и взял пса, кормлю, убираю сам. А вчера субец такой забахал, вообще чудеса. Подушка тут, конечно, не мягче. Хотя подружка не тебе, ее мячо. Тут читать начал захлеб, и я прочел, не видя дальше полутора метров. Короче, про пчел. Вообще, все как у людей, все как у меня. Пру себе и пру, пока лоб мой не тронет, бля, камня. Перезвони, я занят, мне еще текст писать. Из меня такого сделал кто? Наверное, мать. Видать, попутал я с этой попуткой. Не та остановка, да и район не тот. Я выйду, чтоб теплее было, поправлю куртку. Но чё-то куртка не греет, всё наоборот. Всё наоборот, но всё не так. У папы в 36 вдруг поехал чердак. В районе сердце стук, как будто время тикает. Где-то в районе Путилково. Как будто время тикает.